на место. Подкрепляемся уже. Никто не видит. Перед дальней дорогой. Ну, начинается поход. Поход за кунжей. В общем, идем на озеро. Ну, в общем, там не очень далеко до него. Точнее, не там, а тут. Из него вытекает ручей. Сейчас проверим ручей состояние. Если в нем, в ручье, есть вода в этом году, значит, даже закинем. Тропа вдоль ручья есть, а ручья нет. Чисто теоретически присутствует. Но какая же тут рыба? Нет тут рыбы сейчас. Может быть, у самого истока будет рыба. Сейчас посмотрим, поднимемся. Вон подвязка, сетка стоит, а? Ручей совсем пересох. Такое лето. И ручьи, и реки, все пересохли. Вон. Просто в кедах можно ходить. Вон, пожалуйста. Вот там они перегородили ручей. И вот стоит сетка. Ну, трогать нельзя сети. Треть или четверть озера прошел. Сейчас вот здесь вот покруче камни, а то здесь вот все песок, да песок. Сейчас выйду на песок, тут кидаешь, и такое ощущение, что тут мелко. Воды, конечно, мало в озере. Пока не поклевки. У напарников, похоже, компаньонов тоже. Но они на червя специализируются. Вот. Там спиннинг у меня в рюкзаке второй. Не запасной, а тоже для червя. Но посмотрим, пока. Пока так идем. Да. Пока что. Пока что. Хотя уже часа два, наверное, да, прошло. Да. А? А, ну прошло. Да. Ну да, где-то так. Ну примерно. Так. Ну, оно прям вот за ней. Ну я думаю, по долинке ведь пойдем, да? Ну, можем по долинке. Можем. Так мне кажется, вот тут тропа какая-то намечается. Вот. Видишь, примята. Я смотрю, ручей. Ручей вроде какой-то есть, мать. А. Журчит? Ну вот он. Заросший просто. Ну, болотистый, да. То есть, ну, чисто теоретически, возможно, по нему что-то туда могло и зайти когда-то. Ну, там может просто даже жить само по себе. Или мальки какие-то. Ладно, отдыхать будете или сразу пойдем? Пойдем. Все, пойдем. Пересох. Ну, по весне, значит, есть. Весной-то он нормальный. Чё? Идем на второе озеро. Через небольшой маленький перевальчик вдоль ручья. Но тут, как видите, все заросло каменюками. Каменюки заросли вон. Идти неудобно. Осторожнее надо, ноги беречь. Да.
О, пересох совсем. Но принципиально он есть. Принципиально он есть. О, напарники уже умотали. Вон руслица и перепад в озеро. Сейчас даже он струится. А по весне или когда нормальная вода, рыба здесь может ходить между озер. В общем, мы на это и надеемся. Поднимаемся выше. О, куда они умотали уже. Мои напарники. Лена и Александр. Камнепадом идет. Камнепад. Озеро я уже вижу. Вот оно, вон оно. Блестит, лужица. Ну, посмотрим, что оно нам даст. Так. Была кумжинка. Попробуем еще раз. Она подбежала вот сюда. Вот. Сейчас вот недалеко она убежала, наверное. Сейчас попробуем. Ёркая такая. Шу-шу-шу, атакует, но не берет. Блин, ушла. Пока камеру включал. Вот там вот она. Так, ну я хотя бы подержал уже что-то. Уже потрепыхалось. Все веселее. Одна вышла. Одну у берега видел, мелкую плавала, но она не за блесной. Вот одна вышла вот там. А здесь она потрепыхалась. Хорошо. Четвертый заброс, и оно бьет по блесне. Подходит вот сюда, к берегу. Сейчас я даже... Вот бьет где-то вот метров 20 отсюда, кидаю. Вот так вот, оп. И она на какой-то прерывистой игре бьет по ней. Вон он прибежал, вон. Ой, опять, опять ударила. Опять пришла. Наверное, видно было, а может и не видно. Но на солнечном пятне вот тут она должна была быть видна. И опять выходит. Либо это одна и та же, ну как она оттуда? Успевает вернуться? Или она здесь на свале стоит где-то? Вон она. Это атаковала даже. Значит, где-то здесь стоит рядом, да. Одна ушла только что. И вот, наконец, кумжа. Кумжа. Я скажу, рыбы полно. Только что вот сорвалась, потом я вытащил. Она небольшого размера, но кумжа. И опять сейчас кинул, опять тащил. И она опять не засеклась. То есть протащил, почувствовал вес. Ну, настроение, конечно, поднялось. Вот такой здесь склон. Карликовые березки, но высокие. Все изогнутые, ветрами погнутые. А здесь глубина. Здесь этот склон уходит. И здесь глубина. И здесь ее очень много стоит. Да, потому что у меня уже было несколько сходов. Несколько подходов. Причем один за другим, на каждом, практически на каждом забросе. Сейчас вот мне надо найти место. Вот, наверное, здесь сейчас попытаюсь спуститься. Так, чтобы можно было забрасывать и куда-то... Нет, давай вперед пройдем, если что, на обратном пути будем искать. А там вообще скала. Я думаю, там глубина приличная. Сейчас вот пройду как-то так вот этим косогором.
Блин, ну уже настроение другое. Ребята, совсем другое настроение. А лес тут, конечно, вот тут еще. Не подпускает на хорошие места. Напарники на той стороне практически. Они идут по часовой стрелке. А я против часовой. Но я озеро обходить не буду. Тихо, тихо. Здесь надо тихо. О, какие папоротники, да? Да, тут этих. Вот скала. Тут глубина. Как тут тащить? Тут за дерево зацепишь. Туда надо встать и кидать. Ну попробуем. Как тащить ее тут, я даже не представляю себе. Первый запрос сделал. Подошла хорошая кумжина. Ударила по блесне здесь. Я дернул и понял, что мне повезло. Иначе бы на этих деревьях, вот на этих всех, где-то вболталась бы блесна. Все, я сейчас обойду и там вот от скалы буду кидать. Я думаю, там будет место поровнее. Здесь очень хорошая глубина. И стоит рыба. Причем стоит она вдоль. Тут 100 метров этого берега. Сейчас мы его найдем. Самое плохое, что там, где мелко, там ее нет. Хотя я до туда тоже дойду. Вон там ступенька есть. Попробуем с нее кидать. Шмогать будем вот сюда вот. Если что. Ну, о. Там можно закинуть. Все. Еле вскарабкался. Еле вскарабкался. О, вот видно. С этой скалы видно, где глубина, а где мелко. Тут вот мель идет, а глубина там. И там, кстати, тоже глубина. Вода какая, да? Смотрите, какая вода. Супер. А пляж? Так, надо покидать. Подожди, да. Нет, надо это самое поменять. Блять, опять ушла. И только включил камеру. А хорошая штучка. Ну, слушайте, ребята. Кинул, поставил вот 7 грамм подальше. Вот туда кинул. И она там в глубине. Солнце шпарит, ни комары, ни мошки, все отлично, ветер дует, ну, ходить все комфортно. В общем-то и с забросами справляемся. Сейчас отдохну и пойду еще покидаю вот по тому берегу, который за мной. Там должна быть глубина. Вот такая вот рыбалка пока идет. Рыбалка на востоке. Восток — дело тонкое. Так что вот так вот. Вот. В общем, две форели на вытащил на жареху. У меня был план. Две на жареху, чтобы вечером не пустым быть. Уже чувствую, могла быть уже пустота. Поменялись мы местами. Напарники пошли на то место, где я ловил, а я пошел на то место, где они ловили. Итог пока такой. На этом озере я поймал две форели на кумжинке. Вот. А они 4. То есть получается на каждого вроде по 2. Вот. Но Лена нас обловила. Она поймала 3. Вот. Вот и считайте, кто сколько поймал. Привет, Саша называется. Александр, привет. Вот. Так, теперь. Впереди еще вечер. Вот. И тут вот. Здесь у берега. С берега вообще не закинуть некуда. Я иду на более-менее ровное место. Но вот там либо сверху идти. Но это... Надо туда залезать. Сейчас я, мне кажется, я упаду. Нет, нет, да? Фу. Что-то я подустал уже ходить. Вот обошел вот эту бухту. А Александр и Лена, они вон на той стороне стоят в конце. Что у них, я пока не знаю. Причем вижу только Александра. Лена где-то в Березняке. Там очень плохие подходы, тяжело.
Вот, где-то вот она... за блесной она идет. Но брать она не всякое решается. Ну, не зацепилась. Хорошо. Может, возьмет еще? Тащишь? Да, это тяжеленькая. Не кило, конечно. Прилично. Ну, гуляет, гуляет. Давай, давай, давай. Сейчас маленько устанет. Все, устало, можно брать. Хорошо. Вот такая вот. Это хорошо, смотри, серебряночка. Даже на тундровую это не очень похоже. Да? Такие дела. Такие дела. Стоило подойти оператору. Так сказать, для камеры даже клюнуло. Да. Ну посмотрим, может там у нее подружки есть. Да тут полно, я говорю, я когда днем подходил сюда, очень много выходов было. Достал меня этот спиннинг с блёстами, поставил червя, переоборудовал тяжелый поплавок, и вот форелину поймал. Сейчас посмотрим, как она взяла. Ой, ребята, она была там. Вот поставил тяжелый поплавок, червяка сюда скинул. Ну, ладно, сейчас отцеплять будем. Вот, ну, красивая, да, красивая. Мелкая, но красивая. Ну, вон уже кровь. Да. Ну что, озеро, спасибо. Ушел. Последняя поклевка была. Съела червя. И еще одна потяжка была. А перед этим вытащил форелину на червя, на крючок. Спасибо, порадовало. Ну, плюс еще две днем поймал на блесну. Ну, а сколько сходов было. В общем, я доволен. Новое озеро, новые места. Никогда здесь не был. Восток, Мурманы. Все. Да, ходить. Ой, блин. Как плохо-то все это дело. Вот она не хочет отпускать. Смотри, видишь как. Не хочет отпускать. Ладно, сейчас мы это дело. Да что ж ты будешь. Все. Вон, видите, поплавочек. Так вот. Все. Сейчас напарников буду догонять. Они чуть раньше пошли в подъем в этот. У нас еще мысль посетила третье озеро продолбить. Пока солнце еще есть. Где-то вот оно должно быть недалеко. Сейчас перемахнем этот лес и попробуем. Мне такое ощущение, что вечером все-таки Кумжа активнее заходила. Вот. Сейчас посмотрим. Это третье озеро покажет. Пришли на третье озеро. Уже вечереет. Но еще, я думаю, так часик у нас есть, пока солнце не село. Здесь вот вытекает ручей. Сейчас я простреляю вот эту бухту и буду по нему спускаться и переходить на ту сторону. Посмотрим, что там будет. Озеро очень большое. Нам до темноты не успеть его обойти. Будем ловить в этой части.
Может быть, здесь все-таки кумжа какая-то стоит. И вот сразу не хватило, не схватило. Там на том, на втором, когда я поставил, так схватило сразу. И потом еще вот две поклевки были. И я ушел в момент, когда у меня червя съела кумжа. А напарники уже ушли в подъем. Я им сказал, догоню. Но чтобы не волноваться, не расставаться, пришлось покинуть озеро. Открытое. Ну, ни черта не клюет. Да, плохо. Надо тогда вниз спускаться по ручью. Тем более и напарники там где-то внизу. Плесики? Да. Поймал? Нет, пустил. Правильно. Сейчас вот туда пойду. Гальяна поймала? Ну это вообще, это в уху. Гальяна, вон. Гальяна поймала. Я здесь перейду. Там озеро. И покидаю озеро. Рыбалка закончилась.